Около 400 из более чем 700 осужденных, находящихся на учете службы пробации в городе Кокшетау, были сняты с учета в связи с истечением срока. Ведомство совместно с местным отделом полиции проводит различные рейды. Об этом далее в сюжете. Также проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предотвращения повторных правонарушений осужденных и предотвращения уголовных правонарушений проведена проверка адреса проживания лиц, состоящих на учете в службе пробации. У них нет лишения свободы, однако по закону граждане должны выполнять требования, установленные судом. Я состою в пробации операционного контроля. Вожу, отмечаюсь, я не нарушаю. Мне было 2 года, было уже с апреля месяца, считайте, вот сколько. Осталось год с чем-то. Сейчас на УДО буду подавать. Там уже по-другому будет чуть-чуть отметки, чем в пробации. Год где-то еще не отмечается. Служба пробации осуществляет свою деятельность для безопасности общества путем оздоровления, адаптации к социальной среде, социализации осужденных, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. По учетам службы пробации на сегодняшний день проходит около 700 человек. Все эти данные лица будут проверяться по месту жительства полный 100% подворовый обход на предмет выявления административных правонарушений, выездов за пределы, а также соблюдения обязанностей, возложенных на них судом. С начала года службой пробации и управлением местной полицейской службы города проведено более 20 различных мероприятий. Отметим, что в областном центре более 300 лиц находятся на контроле пробационной службы, поэтому важно прежде всего обеспечить безопасность общества. Разъяснительная работа с состоящими на пробационном учете будет продолжена и в дальнейшем. Вероника Цветкова, Аймгуль Назарова, Медет Кайркенов, Кукше, Акпарат.